это начало нового приключения. Мы приехали в Кернс в команде Вики, Артема и меня. И мы зашли в местную пивоварню. Хе-хей. И мы сейчас попробуем все пиво, которое у них есть, и потом мы вам скажем, какое самое вкусное. Так мы добили 16 маленьких пивасиков. Костян, тебе какой больше понравился? Наверное, Zoom. Однозначно Zoom. В общем, получилось так, что после барчика мы решили пойти проведать нашего лучшего друга. Казино, да. Итак, мы с Артурином попали в казино. А? А. Викон играет блэкджек. Да, Вика выигрывает машину. Вика сама машина. Смотри, оп-оп-оп. Господи Иисусе, мы сегодня вернемся домой богатыми. Мы сегодня ужинаем лобстерами. Лобстеры? Вот, кто-то уже соскочил со стола. А Вика еще играет, смотри. Хоп-хоп-хоп, деньги. Я вижу у нее туз в рукаве, туз в рукаве. Так, мы скоро выиграем Falcon Millennium. О, а Викон еще бабло держит. Все, отлично. Значит, пока Викон искала легких денег, мы с Артемом по-быренькому подняли бабла. Да. Это было 100, это было 200 баксов. Это было 200 баксов, да, осталось 400. 400 баксов. Викон тоже выиграла. Плюс 110. Мы выиграли $310. Начало следующего дня. Мы арендовали машину и держим свой путь в Порт-Дуглас сейчас. За рулем Викон. Нам очень страшно. Мы решили сменить водителя. На более надежный и спокойный. Едем в Порт-Дуглас. Очень красивый вид. We'll be right back.
Пока что Кукстаун выглядит самым живым городом, в котором мы когда-либо были. И мы идем на другой концерт. Мы вам как в древние времена искать, идем по улице. Нет, есть. Ну, Костя тоже есть. Он мне раздал, но он такой медленный, конечно. Куда мне мы кажется... держим путь? Да поехали просто в этот... Туда, где мы были. Куда? В Кукстаун? Мы уже в Кукстауне. Или куда? А, на этот, на набережную. Да, на набережную, ну там, где все сосредоточение жизни. Да, мы поедем на променад. Yeah. Да, нас вчера встретил салют. Let's go! Итак, мы забрались на самую высокую точку Кукстауна. На маячок. Вот, потому что здесь нельзя запускать дронов. Нельзя подниматься выше 60 метров. И сейчас мы попробуем читернуться и запустить его в самой высокой точке Кукстауна. Заканчивается наше время в Кукстауне. Поснимали. Вроде сделали прикольные фоточки. И выдвигаемся обратно в Кернс. Предвкушение самого главного нашего путешествия. Цели путешествия, так сказать. Которую вы узнаете завтра. Утро, 6 часов утра. И мы готовимся к тому, что нас приедет забирать машинка. И мы едем дайвить с китами. Китами. Круто. Приключение только начинается. Итак, мы добрались до лодки на рассвете. Даже что-нибудь показать. Выглядит все неимоверно круто. Ну все. Мы отплыли. Мы отплыли. Да. И получилось так, что живем. Мы вдвоем с Артемом, а Викона живет с Франческо. Да. А в конце путешествия, возможно, будем сидеть вот так. Да, да. Первый день. Хорошее начало. Да. Мне понравилось. Кону забрали на лодке. Да, меня унесло в первый дайв в течение, и я не смогла сама вернуться. Меня тащили за лодкой на веревке. Пока что тут гораздо красивее, чем всегда. Ну тут есть кораллы, да. Рыба. Кораллы. Да, много кораллов. А еще мы видели мурену. Нет, моллюсков. А завтра мы что увидим? Кито. Ну все? До завтра все. Хватит, до свидания. Эй! Мы на суше. Да, но нас все еще качают, что мы на корабле. Да. Мы, да, лечимся. Лечимся, отплываем в сик. Итак, что мы делаем, Викон? Мы едем на скейтбрейд. Да, едем смотреть этот Rainforest.
Так, вот он наш герой, самый смельчак, самый смелый тигриный лев. Типа того. Артурита, что ты решил сделать? Я решил сделать очень странную вещь. Я решил прыгнуть с банджи прямо здесь. Мы сейчас сидим, ждем моей очереди. А мы с Виконом маленькие сакунишки и решили прокатиться на качелях. Гигантских качелях. Вот, ждем полчаса и будем делать контент. Возвращается на круги своя. Мы снова на том же самом месте, где мы открывали данный тур. Но теперь нас осталось только двое. Викончик спит. Да, это очень символично, я считаю, что мы завершаем наше путешествие там же, где мы его и начали. Да, только теперь трипл сквик у Артурита. Да, да. Жирная точка путешествия. Было очень круто. Немного грустно улетать. Вот. Много есть чего хорошего. Не хочется терять запах свободы на карантин. И хорошую погоду. Спасибо. Смотрели нас? Спасибо. Ставьте лайки, подписки, колокольчик. Подписывайтесь на наш канал.